Та-да-да-дам. Ну что, Роберт, куда мы едем-то, ты знаешь? Я не слушаю. Не слушаешь меня, почему? Я тебе не место даю. На север мы решили рвануть. Хотели. На 2 дня поедем, наверное, на денечек. В принципе, от Метани до северной границы всего 2 часа ехать. Севере Израиля, здесь рядом уже ливанская граница. Мы приехали смотреть на пещеру Кешет. Это парк, национальный парк Адамим. Ну, покажу вам отсюда некоторые кадры. Мы приехали вообще на парковку, от которой минут 10 до этой пещеры. Ну, у тебя прикольные штаны. Я думала, он из них вырос, а они вот такие, как бриджи. Давай шапочку все-таки достанем, на столике, может, расположимся. Mm-hmm. А то что-то солнце здесь жарит. О, смотри, мангал есть. Mm-hmm. Блин, что-то надо было. Блин, мы, как всегда, купили вчера все для шашлыка и не взяли. Вот такой трейл оборудованный. Говорили, что здесь вот этот небольшой участок, он доступен даже для колясок и инвалидов. Что? Сюда и с малютками едут. Это очень легкий маршрут. Роберт даже спокойно идет, потому что он устал. Нам ехать из Нетании где-то 1:40 было. Такие тут елочки. Север, конечно, такой немножко на Крым наш похож. Крым наш, да? Оговорочка по Фрейду. Виды красивые. Уже наш пункт, куда мы идем. Роберт, а тут за ручку. Вот, и так люди спускаются. Офигеть. Там очень высоко. Можно заранее, по-моему, 140 шекелей заплатить и спускаться. Только мы отошли чуть в лес, и смотрите, здесь просто какой-то, ну, как бы это сказать, жопопотирательство. В общем, здесь все усеяно говном, салфетками. И это при том, что как бы туалет открытый. Прям буквально далеко. Ну вот, мы пошли дальше по тропе. Что это?
Это национальный парк. Я только радовалась, что вход в этот национальный парк бесплатный. Ну вот, наверное, это людей и расслабляет. Но, представляете, это вот тропа, трусы. Это вот значок, что это тропа по национальному парку. Здесь не тропа, честно говоря, а просто какой-то один большой туалет. Тут кажется, что это камни, но это все салфетки. Что кто-то специально, знаете, ходил и кидал. Это прям... Это печально. Но отойдя чуть дальше от стоянки людей, в целом почище, почище. Слышно только Роберт. Пойдем искать папу. Ой, это же слышу какое-то животное. Нет, наверное, это люди. Пойдем. Уже съели самопальные хот-доги. Не сняла вам. Роберт доедает. Купили вчера в Кеште курочку копченую, да, это называется. Mm-hmm. Я в детстве очень любила. Ну, что-то по запаху вообще, ребят. Прям не то, что не то. Но очень далеко от моей мечты. Подожди, Роберт, сейчас папа попробует сам первый. Если папе не станет плохо. Да. Хорошо, что папа не водитель. На вкус нормально. Вот, то есть надо, главное, не нюхать. Но на вкус, как вот в детстве ели, такие на вертеле, не нет? Другая? Это... Совершенно другое. Вообще не то. Это маринованное, что ли? Что это? Пахнет как будто в уксусе. Но внутри оно немножко по-другому пахнет. Кожа. Мне вот можно кусочек без кожи? И вот с кожи нет совсем. Ну, поменьше. Еще меньше. Я боюсь рисковать. У вас один водитель. Мне не нравится. Как свинина. Какая-то, да, свинина это какая-то стала. Это... Все-таки немножко еще и подванивает, мне кажется. У меня такое ощущение, что они берут несвежую курицу и маринуют. Есть такое подозрение. Ты хочешь такую курицу? Не, давай до обеда подождем. Что? У нас будет еще привод. Да нет, может, не будет уже. Нет, это не гриб. Это колбасный цветочек. Да. Вкусный колбасный цветочек? Угу. Короче, Роберт отказался есть эту курицу. Эту колбасу, кстати, очень любит. Такую мы взяли, золотая. 33 шекеля, 170 грамм. Ну, вкусненькая. Что это такое? А? Что вот это такое? Это когда невкусно. Когда невкусно? Гадость? Гадость. Гадость. Так наша семья характеризовала спрайт с ананасом и лимоном. А там маленькая. Огромная. Посмотрите, какую огромную шишечку. Да, огромная. Огромная. Тут тоже очень огромную шишку. А зачем тебе? Здесь потрясающе пахнет хвойными деревьями. Прям что-то в этом есть. Кто-то выложил. Это что это? Шишка. Это не шишка, Александр, это желудь. Желудь. Кого из вас надо знакомить с лесом? Обоих. Отвыкли. Морские жители. Три еще надо? Да. Еще желудь надо найти? Да. А кому? Маме, папе и Роберту? Да. Поэтому три.